Так, значит, идем за говёхами. Угу. Хочу поставить много. Сейчас ты. У тебя есть какие-то дела или прям сейчас пойдем? Ну. У нас цветы есть? Цветы? Нет, откуда? Там, в общем, ходят эти придурки. Дай-ка кулю. Не убегай от меня. Да еще какулину. Ну, три какулины есть. А семечки они едят? Да. Так, по-моему, семечек у меня какахи не падали. Все распределила. Теперь тут. Где моя лопата? Так, чуваки. А, блин, они в домики ушли. Гнильки дома много, да? Угу. Ну, 40. И еще 40 на подходе. Посадишь кусты? Да. А где кусты? Вот. Ты где? А, вот. А, блин, можно было тебе просто в руки дать. У тебя... Хорошо. Ну-ка. Холодосе вкусняха лежит. Какая? Иди посмотри.
Чё? О, кремовое картофельное пюре. Здоровье и рассудок. Неплохо. Если что, я не его съела. Угу. Я съела тефтельки. Блин, похлебка наполовину уже. Испортилась? Угу. Ладно, в дорогу возьмем. Я думаю. Блин, деревья не посадила. Так бы могла, например, сейчас этим бобром стать. А чё она так быстро портится? What the fuck? Ну ладно, я съем. Ничего не пропадет. Пойду, что ли, посажу. Мы сейчас пойдем, да, за кахами? Ну, я могу пойти вперед, если хочешь. Ладно, давай я тоже пойду. Просто пока не жарко, не холодно. Угу. Пока комфортно. Так, еды. Придется 9 медовых наггетсов взять. Во, швейный набор делаю и пытаюсь починить. Что починить? Цилиндр у меня там 5%. Угу. Шить. 67 получилось. Ну. А плащ 68. Тебе надо что-то починить? Пока нет. Ладно. Насколько оно прибавляет? На 50, да? Угу. Ладно, думаю, мне 67-68 хватит. Я тогда оставлю дома швейный набор. Можно идти, да? Да. Шишки. Вон, потом посажу. Ты уже пошел? Ну, не, я рядом. Я тогда пока высажу деревья быстренько. Может, на следующий день пойдем? Ладно, давай на следующий день я пойду попробую покормить этих. А я высажу деревяшки. Ну, у меня как раз. Огород созрел. Так, свинья, ну-ка. Да. Чё, да? Ну, это, ну, на самом деле, нормально так. Три штучки еще. Ну, конечно, КД, но и ладно.
Так что я думаю, может быть, еще и за этим зайти. Можно экономить овощи, на самом деле. Из одного льда, двух овощей и мяса получается тефтели. Так что... Лед тратить. А что с ним делать? Он... А вдруг у нас еще поставить машину надо будет? Поставим, у нас, блин, целый холодос льда. Там, на самом деле, ну, мороженое его надо. Мяса нет. Я тебе еще набью. Там все, я высадила целую гору этих сраных деревьев. Ну все, тогда двинули. Прям сейчас я хотя бы еду возьму, у меня 17 еды. Еще надо для костров взять. Три соломы и деревяшки. О, ну тогда поставишь эту грядку? Ну, если ты мне посветишь. Посвечу. Ты мне говёхи дал, да? Да. С чего там она делается? Надо 6 говёх. Там есть 6 говёх. А, в этом, сейчас. Надо, наверное, было ягодный. Ну ладно. Все, поставила. Беги вниз. Что-то какой-то этот фаршированный баклажан не очень. Ну, я смотрю, он восстанавливает что-то немного. Хотелось им раньше сделать. Сейчас день наступит, эти довничи выйдут, я еще 3 кокулины с них соберу и... Ты мне еще предлагаешь делать грядку? Нет, там не хватит. А, ладно. Ну, просто 3 кокулины, почему бы и нет. Ладно. Можно идти. Не убегай. Эй, чувак, ты что, не хочешь как-то так? Я ж тебя не кормил. Эй, только 2 кокулины. Ну ладно.
Угу. Можно идти. Пойдем, там как раз по дороге и твое соберем. Чё соберем? Твое. Мое что? А, ну, шмотки еще помнишь, центов остались. Ты там все сгорело же. Не все. Ладно. О, блин. Встроенные ряды лесополосы. Чего мы не по дороге идем? Так быстрей. Ну, иди по дороге. Так, блин, на обратном пути здесь надо быть. Я сразу морковку съем, соберу. Не могу пройти. Я еду не взяла. А, ну, хочешь, сбегай быстренько. Там осталось? Ну, я хотя бы похлебку. Да, возьми. Ты можешь прям хоть подкожным кормом питаться. Да, который ты мне не даешь есть. Не надо так. Ну, Энд ходит у нас тут. Ну, ладно, не видно. Просто ходит. Он пришел посмотреть, какие я ряды деревьев выстроила, смотри. Смотри, что живет там. Ой, здесь опасно это. Цветы. Так. Не. Это что было? Животик. Надо будет сюда потом за камнем прийти. А где ты? Просто влево беги. А, их тут. Вот я как раз здесь прошел чуть-чуть. Ты... Чуть-чуть не добежала до туда. Сейчас здесь у меня просто кирки немножко есть. Не могу понять, где ты. Ты уже до соломенного биома дошел? Нет. О, а что это такое? Это лоси, что ли, какие-то? Я не вижу, я не знаю, где ты. Я тоже хочу посмотреть. Смотри, где я. Бля, и что-ка тут там было? Ну и я не вижу где ты. Ты наверх пошел или где? Сейчас. Просто иди. Не, я наверх не ходил. Блять, я не понимаю, где ты. Блин, давай установим мод, чтоб ты меня видела. Где? Ну, блять, открой карту. Вот перекресток. Да я, блять, ебу, какой перекресток. Вот, смотри, где. Вот. Ну, блять, какой. Вот, иди сюда. Вот наверху там какие-то олени. Ну, обычные олени. А не агры, не агры? Нет, они боятся. Но они быстро бегают очень. Он, блядь, все сломал, мудак. Ладно, хоть кусты сломал. Там у меня на карте твой топор отображается. Мой топор? У меня есть мой топор. А я не вижу, чтобы у меня... Вот он. Надо влево идти. У меня нету. До трех этих. Видишь, три озера? О, эти... Короче, биом с лягушками. И мне пока некогда посмотреть. За мной, блядь, толпа. У
У меня нет на карте топора. Вон он слева. А, интересно, а что там, второй что ли валяется? Просто у меня-то мой есть. Он, ну, любой обычный превращается в мой у меня в руках. Ягоды нужны? Нет. О, вот и шмотки мои. А, это не мой топор, это обычный топор стал. Если надо, возьми, он тут валяется. Не. Зато 8 гнили здесь. И еще один этот жилет. Надо? Еще один? Ну, жилет, который я тут твой забрала. На. Сейчас. Угу. Блин, 18 гнили. Это, что в Честере? О. Сейчас вы... Можно перекинуть в него весь мусор? О, еще одно копье боевое есть. Надо? На. Так, стой. Это который... Ты поставишь, да? Это который ты мне сделал, я даже не успела им попользоваться. Тебе не нужно, что ли? Мне, да, мне без разницы, обычное или боевое. Угу. У тебя же есть разница, да? Ну, да. Ну вот, а мне-то что? У меня обычное. Ем твою похлебку. Ешь. Полностью стала? Ну да, живот весь. Хороша похлебочка. Я старался. Только нужно крупненького, жирненького какого-то убивать для этого. О, я сажаю, а энты дышат. И радуются, смотри, такие, лапы поднимали. Хе. Тебе, ну, тебе, наверное, не нужен топор, да? Не, мне топор не нужен. Ладно. Так, блин, сраные лягушки. Сейчас я их здесь кустов лишу. Все. Ищу камень-брелка. Пойдем, может быть, те три домика раздолбаем? Те три домика? Так вообще-то я их раздолбала уже. А, то, что туда вдаль сходила? Ну, когда мы с тобой ходили, да. Это ты прям по нему ходила? А нет, подожди, там еще два какие-то появились. Нет, вот три домика так и есть в самом низу. У меня два. У меня только два отмечаются. Раз, два, три. Ну, я три раздолбала, я помню. Ладно, сейчас сходим. Но я убила три домика. Камень подберу, я подберу. А вниз идем, да? Угу. Ну-ка. Мясо надо? На. Ну, вообще стара. Там нет. А, ну ладно, давай мне. Место. Сейчас, подожди. Я ветки забрала. Угу. Пум-пум-пум-пум. О, кусты. А это, блин, палки только были. Ого, сколько гнили прилетело. Штук 15. Блин, там еще столько гнили валяется, но там эти придурки ходят. Железяки. На, морковки. На. Так. Если что, в Честер морковку. Я все цветы собираю. Ну, не, я пока не буду, потому что у меня фулл рассудок. Вот. Я собираю ягоды, но они очень, наверное, быстро испортятся. Да не, я думаю, мы успеем вернуться. Не знаю.
21 всего лишь. Блин, что будет, если интересно, это огромное. О, живое бревно. Надо? Нет. Соты надо? Соты? Ну, возьми, если место есть. Ладно, если не буду, выброшу. О. Ты где? Так, я... Я на границе, ну вот. Сейчас, подожди. У меня здесь лягушки. Ой. Я, в принципе, бегу. Сейчас злые пчелы только отстанут. Я еще лопату хочу потратить здесь. О! Ягодный куст стал нормальным. Он был высохший и такой, да, бац, превратился. Там с ними такое иногда происходит. Нормальный. То есть, типа, смысл удобрять? Так, что ли? Ну, как бы, если не удобришь, будешь, ну, ждать 100 лет. Вот. Так, я на границе. Бегу. О, куст с ягодой. Пауки вышли. Так, на границе? Ты где? Вот я, вот, на границе. Вот, стой там. Я сейчас здесь, эти, я смотрю, ты один куст обобрала. Я просто, я лопату сломаю, и тогда смогу слот освободить. Так, вижу эти злые цветы. Рассадник. Я на, к тебе. Стой. Блять. Да. Это он по тебе 45 попал? Нет, по Честеру. О, сейчас его загнобят. Давай. Не уйдет, наверное. А меня загнобят. Капец, чувак, тебе. Сказать. Все, сдох. Даже не понял, что произошло. Блин, Каалослон, но мы его не убьем, он убегает быстро. Что я хотела? Стой, Честер. Манчестер. Ты... Что хотела у него перекинуть? На. Какахи. Угу. И все. Так, мы почти дошли до этих, до домиков. Как раз кувалда с собой, кстати. У меня тоже. Ой, ночь. А-а-а. Есть что? Да. Есть, что? Возле домика ставлю. Угу. Ладно, я пока раздолблю дом. Ой, свинья вылезла из него. Броня есть? Да. Но она сражается с пауком, так что. А, сейчас они ее, походу, убьют. О, там толпа на него набежала. Бедный, блин, сколько свинья. Здесь этого ужаса, я помню, мы здесь, блин, набили. Капец, свинья. Не успела. Там место такое. Давай, утро, наступай. А-а-а! Что такое?
Толпа! Просто убегай. Не бегай вокруг, убегай. Вот я не знаю, ты... Я бегала вокруг, потому что ночь была. Я понял. Куда я должна была убегать, блин? В темноту. Потому что... И еще оттуда пиздюль на 50 хп получить, да? Так, иду к тебе. О, боевое копье, это твое осталось? 1% там должен быть. Ты где? Так, я там, где были домики. Сейчас. Вот возле копья где-то его бросила. Я не помню, где я его бросила. Это было миллиард лет назад. Сейчас выкину вот это дело. Потому что грибы. Вот здесь можно угля набрать. Где ты не наберешь здесь угля? Это сухие, а не сгоревшие. Не, вон там подобрать древесный угол, уголь слева в углу. А, вот это да. Потому что тут все сгорело. Ну а смысл от него? У меня нет места, если что. Что бы выкинуть, бы? На тебе гнильку. Давай. На тебе еще ягоды. Вот эти они мне не нужны. Так, Честер. Ты из них ничего не готовишь? А, они испортятся раньше, чем я домой приду. Ну, я про них и говорила. Просто когда я тебя спрашивала, что они, ну, сгниют быстрее, мне проще тогда их слопать. Не, ну я поэтому их тебе сейчас отдал. Я вам про простые ягоды говорила. Нет, про обычные. Простые, знаю, что они долго не портятся. Ой, блин, сухое дерево сгорело. Жалко. Так, что здесь еще интересного есть? Надо посадить новый лес. Так, здесь есть мелкие. О, блин, мы еще вниз не ходили, ну, по крайней мере, у меня там не открыто. У меня туда ниже. Там, ну-ка, у меня чуть-чуть ниже открыто, но... Угу. Так, я понял, где ты бежишь. Сейчас тебя попробую догнать. Давай, потому что у меня костер, чтобы не тратить два костра, не делать. Так, сколько я уж таких штук набрал? 10. У меня лопаты нет. Ты пошла наверх. Собаки.
Блин, можешь прийти ко мне? Я не хочу одна с собаками сидеть. Они сейчас так быстро придут. Шестеренки выпали, блин, из-за этих. Блин, надо, наверное, поставить. Так, Честер, ты, наверное, стой здесь. Я поставлю сразу огонь, потому что посреди ночи будет потом. Вот, прибегут. Так, нужно пока не по одному. А, собаки. А. Ой, там еще слон бегает. Угу. Вроде отбились, да? Да. Тебе надо мазь хиляльную? Не надо. О, пепел. А, мне некуда складывать пепел. Я сложу. Блин, падла. Да. Блин. А, соломка. Честер, гоу, сюды. Так, у тебя вот на это место есть? Да, слушай, по одному вообще норм. Блин, там тварь сидит. Ой, ладно. Так. Что, наверх пойдем или? Да. Пока осень, надо гулять. Открывать территорию. У меня просто ничего не открыто. Вообще, на самом деле, к бифу надо было. Ну, мы через них прошли. Думаю, стоит назад возвращаться в плане того, что, ну, построить. Я не хочу домой. Пока осень. А мы потом больше ничего сделать не сможем. Нужно... Ну, а хорошо, когда открывать новую территорию? Осенью, ты говоришь, нельзя. Зимой мы не сможем ходить, летом, тем более, блин, весной тоже. Когда? Сидеть все время на базе? Мне хочется как бы карту открыть. Давай тогда я пойду на базу. Не, я не хочу одна ходить. Я не знаю, просто, может быть, у тебя там открыто миллион территорий, блин, у меня ничего не открыто. Ай, блядь. А, забери клык гончий. Угу. На, еще вот это говно забери. Мясо. Тем более мы не нашли то, зачем шли говёхи. Ну там, блин, 3 штуки взяли. Шерсть бифа. Надо что-то выбросить. На. Тебе нужен черное мясо? Да. Я просто... Ну, оно у меня просто складируется. Там еще эти ягодки. Угу. Просто у меня скоро еда просто еще закончится. Ладно, пошли. У тебя, блин, мяса столько ты пожарить можешь, сожрать. Просто, ну, не то чтобы домой, как бы этим персонажам играют не только, блин, дома сидят у котелка, блядь, и варят, а, ну, типа, раз он
О, заяц. Блин, заяц. На. Чертеж предмета деревянная стена. Нужно? Нет, мясо возьми. Ладно, пошли домой. Чё? Ну вот, через верх пойдем. Я не говорю прям идти прям домой, просто в сторону дома потихоньку. Ого, сколько здесь перекати поля. Жесть. Изи трава. Просто затариться в какой-то момент этими. О, еще какой-то чертеж. Футбольный шлем. Вот я не знаю, это, наверное, для тех, кто не может поставить машину. Не знаю, что он тогда вообще в этой игре делает. Ай, падла вонючая! Что она у тебя украла? Так, ты. Отстань от меня, тварь. Ладно, мне уже ее положить некуда. Кого? Ну, куда идти-то? Ну, наверх. А, ты прям назад пошла. Так а куда назад? Я не понимаю, ты сказал назад, домой, наверх. Я не понимаю, куда мне надо идти. Я говорю, не прям назад, а пошли через верх, круг сделаем. Ну, хорошо, тап, куда нажми, мне поворачивать? Тап, нажми вверх. Вот иди вот по траве вверх. Так я туда и шла. Нет, сейчас. Не по, ну, блин, по степи. Вот видишь, у тебя кусок. Вот это? Левее. Вот это? Выше. Вот это? Выше. Вот это? Вот это, сюда. Это просто ты там... Ты сказал назад, блядь. Ну я да, не я назад. Же... Ты можешь да. конкретно выражаться? Да, я конкретно блядь, сказал. Ты был, знаю. Ты... Я не читаю твои мысли. Я конкретно сказал, ты когда была здесь, перекати поле. Я говорю, иди наверх. Блядь, клыгончи. Надо забрать. Тащи, тащи. Три штуки. Иди по дорожке вот по этой, я тебя здесь подожду. Ты где? Иди по дорожке, я тебя жду. Клади клык в этого. Все. Здесь он не сдохнет. А как, а, блядь, он... Броня. У тебя брони, что ли, нет? Я имею в виду, как он так быстро, блядь, проснулся и сразу ёбнул? Как не это? Знаю, как мне интересно, как он тебе 40 ударил? У меня брони нет. А, тебе сделать? Я себе сделала. Блядь, дать хилки? Не надо, у меня есть. И чё? Ну, идём. Ну, здесь можно папирусом набрать. О, башка коня. Она нужна? Ну, нет, это тащить же надо. А, тащить нужно. Ой, ну. А, смотри. О, ух ты. Чё? А! Щупалька. Блин, да. Щупалька. Здесь бы, конечно... Ого, сколько щупалек. Урлок. Да, но только осторожней. Мне надо было стать этим ослом. Я бы тут всех... А ты прям сейчас можешь сделать идол? У меня, ну, если бы у меня было три мяса монстра... У тебя есть три мяса... Единственная проблема то, что у меня жрачки нет. Никакой. У меня есть. Немножко. Ну, тебе же тоже надо жрать, ты сказал. Поэтому нет. Морковка есть. Ну, такое себе, сомнительное. Поэтому нет. Я бы, конечно, здесь бы... Там щупальца, два штуки просто валяются. Да. Попробую забрать. Или ты забери. Я... Блин, а мне некуда положить. Это, кстати, это... фиговина. К
как ее? А, огонь делаю. Ага. Ай, блин, прям под щупальцем оказывается. Они потом помогут бьют, интересно? Да, ощутимо. Да? Блин, плохо. Сейчас, он, я сагр, это, разагрю. О, этот, они пошли бить щупальца. Угу. О, нет, она убила лошадь. Ну, не лошадь, а эту хрень. Ой, умерла какая 17. Так, что я могу... Ох, там еда. Да, там много всего. О, можно щупальца, наверное, набрать. Это не щупальца, это эти... Биты? Да, бита. Но она сильная, по-моему. Я не помню, она, по-моему, сильнее, чем копье. Блин, придется выкинуть воск. Так, мясо, мясо пока здесь. Да, нет. Ой-ой-ой-ой. Блин, ну это, короче, тоже вообще некуда складывать. Блин, рыба. Шерстка. Эй, ой-ой-ой. Он сразу два раза. По 5 всего лишь. Ну, блин, два раза. Блин, еще конь. Сейчас, я думаю, что выкинуть, бы. Еда, еда, еда. Придется цветы выкинуть. Так, Честер, а с тебя что можно выкинуть? А, во, место есть. Хоть ножки заберу. Если, ну, здесь вправо пойдешь, там будет, ну, зациклено. Что, как это можно все-таки убить? О, когда он только вылезает, можно ему один дамаг нанести, но он пипец. Может даже два. Давай, залезай обратно. Ладно, пока ты там разбираешься, я здесь под свои кулинарные шняги забираю все. Ну-ка, поскольку бьет щупальца? А по 6. Броня, кажется, пипец ломается. Ничего не дал. 10. Блин, у меня мясо монстра, ну все. Ну ладно. Че все? А че с ним? Хочешь это, ты мне скинь, если она там уже, ну, исхудала. Я сделаю этот... Идол. Себе я сделаю идол. Ща. Честер, иди сюда. Лапки. Так, на тебе три мяса. Угу. Так, идол кого? Бобра или оленя? Сделать. Так, пойдем потихоньку. Ты можешь что-нибудь взять, например, шерсть бифала? Ну, давай. Можешь? Я селитру одну выкину.
сделаю лося. Все, он будет 100 лет портиться. Все, уходим или... Пойдем. Я думаю, за полвечера пробежим здесь. Я, по-моему, здесь как раз и собирал эти. Да. Вот здесь. Да, папирус. А. Так, осторожно. А мне класть некуда, так что я не собираю. Ладно. Блин, еще бы один Честер бы пригодился. Плохо рюкзаки нельзя таскать в инвентаре. Для таких, как ты, умных. А, блин, какашки мне буду складывать. Так, стой. Стой. Да стой. Стою. Так, не понял. А потому что у меня уже нет места. 40 гнили. А, у тебя 40 гнили? Круто. Да. Так, нам надо... Так, еще какулина. Все, правее идем. Здесь я уже был. Ниже возьми. Там одна всего. А, странно, тебе пишут, я больше не тащу. Все, а здесь... я потому что в мышке держу. А, здесь направо, в принципе. Факел есть? Факел, у меня есть не факел, а... Ну ладно, давай факел сделаем. Не-не, у меня есть, если что, я... Ладно, у меня просто нет факела. Я сделаю. Я просто нашел. Здесь сейчас... О, друзья. Наконец-то дорожку освободили. Направо, направо. О, гриб. Блин. Ладно, просто пробегаем. Все время... Нельзя свои дороги делать. Можно? Не дороги, а... Ну, дороги, но чтобы еще эффект был быстрого бега. Потому что ты это сделать можешь, там, говно какое-то, но быстро не будешь бежать. Я же, по-моему, проверяла в прошлый раз, когда мы играли. Так, факел сейчас буду сделать. Чуть ниже? Нет, прямо. Ниже. Блять. Вниз, вниз, вниз. Может быть, стоило просто... Направо. У меня 10 еды. Мы почти прибежали. О, блин, сраный стол. Ну, ты беги, просто ты медленнее, чем я, бежишь. Блин, стол приперся. А его уже не раздолбать. Ладно, я потом посреди ночи его заберем. Но он никому не мешает. Можно я тебе в теле съем? Да, конечно, ешь, потому что я сейчас буду готовить. Те в теле. Ну, такое. Сомнительное удовольствие. Что-то льда меньше не стало. В смысле не стало? Я бы только один раз попробовал. А, ну ладно. Блин, там этот фаршированный баклажан. Ну ешь. О, он уже почти пропал. Ну. Ладно, я два баклажана съела, он же желтый был. Иначе он бы пустой. Да ешь, ешь. А все, я уже съела его. Ой, мясо скоро испортится, твое дело едало. Какое мое мясо испортится? Которое, где лед хранится у тебя. А, все, делаю тогда эти идолы.
Хорошо. Ну, это то мясо, которое на идол у тебя как раз и было. Так, если что, говёхи сделаешь? Да. Это ты забрал два льда, да? Я просто думаю, куда мне идолы сложить. А, ну, один стак я забрал, да, потому что как раз я, ну, экономлю. Ага. Ну ладно, пока пусть в холодосе, в нижнем, ну, короче, вот рядом лежат, где еда, идолы. Потом там подосвободиться от льда хотя бы две ячейки, я туда идолы буду складывать. Кстати, знаешь, что еще? Сейчас, Честера. Честер, иди сюда. В Честере эти кусты. Кусты, хорошо. Кусты. Ага. Там еще в нем ягоды не свежие, так что. О, сейчас да, точно. Ой, и эти жабьи лапы. Угу. Грядки из соломы. Ладно. Там у тебя еще выросли ягоды. Угу. Сейчас пойду. Так, что-то здесь такое готовится. Нестандартно. Потому что долго. Так ты не проверяешь там, что готовится? Ну, я вроде накидал. О, у тебя и овощи выросли. А, баклажан вырос. О, не вырос, а... Так. Блять, ну ладно. Грядка встала криво. Хотя, да, ну ладно. Ты определенные семечки сажаешь, или я могу рандомные тут, которые выпали? Натыкай рандомно. Я пока сейчас так. Там всего две грядки. Блин, молоток. Нету молотка. Чуть такое жаркое. Голод 18, здоровье минус 20, рассудок минус 15. Кому это надо жаркое? Пашка, это ты, наверное, из мяса монстра сделал, да? Нет, три рыбины и одно мясо монстра. А ты что, рандомно делаешь? Нет, но я смотрю еще. Ну, хрень какая-то получилась у тебя. Простите. Блин, надо, короче, больше соломенной травы высаживать, потому что очень мало, не хватает. А и она много где используется. Блин, еще и мед экономить можно с этим льдом. Куда тебе экономить? У тебя меда миллиард. Зачем тебе экономить? Ну я имею в виду, что можно. Ну что, я потом у тебя стак меда заберу и буду его есть.
А, ты меня вообще можешь реально брать и есть спокойно с собой. Ты же не против? Там просто у тебя опять еще мед там, ну, вытекает из этих. Сейчас я принесу тогда. Или у тебя некуда складывать, наверное, да? Есть. Не особо. Ладно. Кусты. Кто уголь сюда положил, блин? Уголь? Да. Ты сейчас уголь принесла. Ладно. Может, и я. Так. Ладно, сейчас ночь закончится. Я могу поставить еще один домик свиньи. Ставить? Конечно, ставь. Больше домиков, больше. Блин, мясо съел нечаянно. Домики ставить. Угу. Я даже два поставлю. О, вообще-то хорошо. Что хорошо? Ого, сколько тут свиней теперь ходит. Сейчас тут 5 свиней будет ходить. Угу. Надо им, походу, будет тоже этот... Им цветы скармливать. Поставить эту штуку. Цветы, я же говорю, надо тогда этот горшок с цветами ставить. Чтоб собирать и кормить их. Потому что, блин, тут ни цветов не напасешься. Поэтому хотя бы горшка 3. Сколько нужно каждый горшок? Все, теперь 5 домиков. Надо еще вокруг них выпилить все и поставить им, наверное, громоотвод и машину. Шайтан машина. Падла. Кинь ягодку. Да я вот хочу как раз. Блять, иди сюда. Тварил, да? Надо ладно. Несколько ягод кидать, а не одну. Не, я и с одной. Да в топку их. Бумерангом лучше тогда. Да она просто сожрет. Все. Надо эту ловушку поставить. Их пища, блядь. Сейчас я в угол загоню. Не загоню. Бля, бесячее говно. Все, сдохла тварь вонючая. На тебе две курицы. Блин, это ваза к нам сюда приперлась.
Еще одна падла ходит. Дай мне ягодок. У меня нету. Овощ какой-нибудь. Короче, блядь, я делаю бумеранг. О, рыбные такос получились. Хочешь, скушай. Уголь и деревяшка. Так, что-то долго так делается. А, опять бакла... А, ну да. Ну все, пипец тебе, тварь. Где она ходит, блядь? А более сильных ладоса есть? Нет. Это тенярк. Блин, тварь. Я ее потеряла. Какого хрена здесь эта параша выросла? А, надо этот тогда просто постелить здесь ковер, и больше ничего расти тут не будет. А, на. Это... На. Достой. Спасибо. Во. Вот ты специально так по единичке делала, да? Что по единичке? Ну, слоты забивала и, ну... А, да, чтобы просто когда шифтом, ну, они туда уходили, а не в жопу. Потому что мне надо, чтобы там порядок был. Еда! Not bad. Блин. Чё? Да у меня почему-то идолы так быстро портятся. Написано было, они на 100-500 лет, а уже, блин, сгнили наполовину. Сраный стол. Птица, ты что, офигела, что ли? Какая? Да вот это, не хочет больше жрать. Спит, что ли? Так, мне кажется, она лопнет скоро. Ты в нее каждую секунду пихаешь еду, да? Нет, но... Но... Хотелось бы. Но
такое. Лишь третье хотел запихнуть в подряд. Ого, а мне что, у меня цилиндр пропал, прикинь, придется снова делать. А, точно надо снять. Хотя там не видно. Где цветы? Так, швейным набором я подчинюсь. Ну да. А где он? В нижний. А, все, увидел его. Его нужно просто накидываешь на свое, да? Угу. Ага, все, понял. Мне тоже надо починить. 80. Хотя не надо. И шапку как раз 45. Все. 6 паутинок. Так, может вот эти палки пока оставить здесь? Чё, какие палки? А, про щипы? Щипы, да. Так, куда она упала? Вот она. Внизу пусть будет. Заберу копье. Молоток. О, я хотела пойти кротов поубивать. Побить, то есть. Мы не живем, нужны. Я вот думаю, ловушки ставить на этих. На кого, зайцев? Угу. На зиму надо будет. Это надо травы очень много нам. Бля, лопату оставила. Где хоть один крот, блин? Ты чё, всех кротов поубивал возле дома? Нет, ты мне сказал их не трогать. Не трогай, потому что мне они нужны, чтобы шапку делать это водонепроницаемую. Нет, я их там не трогал. Вижу, ползёт. Что он там бубнит? Говно. Конечно, по башке. Получил по башке, вот и недоволен. Так, сейчас я, короче, выкопаю отсюда всю траву и пересажу к дому. Угу. А, у тебя вырос помидор и кукуруза. Угу. Можешь их. Ладно. Пока не могу. О, еще кроты, куча. Блин, мне еще один нужен.
Пока одного не хватает. Ну, блин, в норку убежал, падла. Думаю, убью я вот этого. Мешать не будет. Все, мне еще один нужен, я две шапки сделаю. Они хорошо защищают от воды. А если еще с зонтиком, ну, даже самым обычным вот этим вот лиственным, ну, угу, цветочным, то у тебя будет высыхание. А я пока ловушки поставлю тогда. Бля. Вылазила. Ну, он такой. Это не весенний дождь, к счастью. Свет. Чего? Этот... Все, капец, у меня походу... спасите! Сейчас, я бегу. Блядь, где я? Ты где, я тебя не вижу? Я застряла. Все, вот. Сейчас, вниз побеги. It's time the cooking, только, блин, мяса нет. Шапка из крота. Мне нужно две соломенные и осколки зубов. Две соломины. Блин, мне соломы. Мне нужна солома. Нам капец нужна солома, блин. Блять, она просто на все идет. И осколки. Все, шапочки готовы. Красота. Желтенькие. Солома. Накопать соломы тогда? Да пойти? Я... Нет, я сейчас займусь. Я пойду выкапывать солому возле дома и её сажать. Лопата мне в этом поможет. Там просто куча этой соломы. А мне, наверное, тогда за мясом пойду. Нам еще нужно, да, дерево? Я просто тогда как раз время для бобра. Как думаешь? Дерево. Ну, можно, либо уже зимы дождаться и зимой тогда. Зимой. И ты думаешь, тебе хорошо там будет посреди зимы собирать? А что нет? Ну ладно тогда. Пойду кокулины соберу с этих. Ну-ка, свинота, ешь. Почему у них изо рта говно выливается? Нет, у них из попы. Нет. Изо рта? Да, изо рта. Может, не сварили. Иди сюда. Блин, надо плащ антидождевой, но это нужны эти шкурки с щупалец. Прям сделать дом. Блин, вот это вот балду надо как-то отсюда убрать, эту бутафорию сравнить. Она подбешивает.
Какую? Ну, еду, блин, стол. А. Куда тебе ягоды? В этот. В казан положу в какой-нибудь. Там просто нет места. Ой. Неплохо. За один день. 13 этих каках. 14. А ты там уже бесконечности что-нибудь будешь сидеть? Ну, у меня 20 было этих. 16 говёх уже. Не, я от меня бегают и блюют какахами. Хочешь, может, цветы поставить? Ну, заняти тебе нужны. 20 каках сделал. Только сугубо ради каках. О, выросла. Я думаю, еще, наверное, успею один урожай собрать. Ой, что это такое? Блин, это енот до сих пор тут сидит. Да, он там, наверное, спать еще будет. Да, сейчас зимой спать. Он, блин, к меду идет. К нашему? В базе, да. Так. Тихонечко двигается. Ну, так уже не сказать, что далеко. Сейчас я его попробую. Уверен? Ну да, потому что у нас, блин, есть холодос в меде. Да, капец будет. О, за мной побежал. Там с ним шкурку соберешь, если что. Давай, давай, чувак, иди. Я тебе метку дам. Блядь, ненавижу эту игру. Что случилось? Ты случайно выкопала траву. Так, я замерзаю. Блин, таким образом этого крота можно отвести куда угодно и заставить атаковать кого угодно. Да. Но... В лучшем случае оленя атаковать, который припрется опять. Но олень агрессивный. Этот крот хотя бы не. А не помнишь, что с этим столом нужно делать? Ничего. Терпеть. Можно его разбомбить, но тебе не хватит времени и нервов. Тебе собирать вот эти ягоды, которые выросли? А, пока нет, оставь. Ладно. У меня мяса нет, мне мясо нужно. Сейчас за мясом пойду. Ну, этим. Так, а еще камень. У тебя камень сделан? Что значит, у меня камень сделан? Я что-то ночью замерз. Камень, типа... да, там валяется. Типа. Сейчас вот эта ночь закончится, давай. Пауза. Угу. Повзу.
Ну, пауза прошла. Еще поиграем. О, пипец, высох. У меня было где-то около. Так, ты мне предлагаешь сделать эти. Цветочный горшок, да? Да, хочешь, можешь цветочные горшки сделать. Ну, просто тебе надо же чем-то кормить. Свинота. Два. Так, зонтик. Я сколько сделать? Два? Ну, сделай три. Ладно. Три? Угу. Мне тогда надо 24 лепестков. Цветы нужны? Да. А, у меня нет. 24 лепесточка. Тогда две. Ну, тогда надо 12 лепестков. А, их вообще нужно столько. Так. Еще, наверное, что если на 3 нужно, то и на 2 нужно. Я не понял, я подумал, что на 3 нужны 24. И что, они, что есть на 2. Ну, бля, с чего их делать? Из говна и палок? Ну, я никто не ловил, не знаю. Ну, надо 24. Если ты мне просишь, я сделаю. Так. Тоже вот это можно посадить потом. Странно, 81 мне не осталось. Так, 71. Блин, на следующий день полнолуние, что ли?